Вот таким вот образом. Вот. Теперь смотри. Дальше что мы делаем? Ой, не туда. Это мы вот так выходим отсюда. Разбираем дальше. Этот цветок, тут тоже видишь соцветие, да, у тебя? Здесь вот у нас, я не знаю, как это называется. Ну вот колокольчик. Давай откроем его. Колокольчик. Что-то не открывается. Сейчас у меня как-то грузится. Да, у меня тоже грузится. Вот, например, колокольчик. Так, хорошо, машиночка. Теперь вот колокольчик. Какой он формы? Он треугольный. Угу. Так, я хочу вот это замазать. Дальше, какого цвета? Давай, сколько тут есть, столько и... Белый, фиолетовый, желтый И синий. и коричневый. Ну, синий. Да. Так, я немножко здесь почистила, потому что нам надо... Так, смотри, если так брать, то у нас это ж не просто один колокольчик, да, вот такой вот тут один колокольчик. Ой, что-то не колокольчик совсем. Ну, вот, вот такой вот какой-то вот. Ну, он же ж не один у нас, да, вот такой вот. Вот. Он у нас идет в соцветии. Ой. То есть у нас идет вот такая вот палочка, столбик. И на ней уже у нас вот такой... Это характер этого цветка, Машуня. И вот я уже тебе сразу делаю стерилизацию. Тут треугольники. Вот. И в этих треугольниках... Вот это и есть схема твоего вот этого колокольчика. Это не говорит о том, что тебе надо прям вот все срисовывать, понимаешь? Вот прям каждый там раз, два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать, сто, пятьсот. Нет. Тебе надо примерно найти схему, ритм, ритм. Там, допустим, один у тебя, да, потом второй, потом в шахматном порядке, третий, четвертый, пятый. И вот так вот тебе нужно найти ритм. Потом это у тебя, допустим, на одном формате, да, ты порисовала, вот, на А4. Следующий рисунок, который ты сделаешь, это будет отдельно, вот колокольчик, смотри, какой он красивый, раскрытый, да, когда? Или вот раскрытый, в ракурсе. Тогда мы рисуем круг, и в этом круге у нас уже будет закомпонован в серединка. И вот такой у нас будет колокольчик. Боже, мне это, конечно, повылетало все немножко, не совсем понятно. Но тем не менее. Вот, тогда вот ты рисуешь вот таким вот образом. Так, мы это вот выходим отсюда. И, допустим, что мы еще находим здесь? Так. Ой, смотри, как я красиво рисовала здесь. И оно все осталось. Надо его убрать. Так, смотри, Машунечка, дальше поехали. Что мы делаем дальше? Вот это очень красиво. Вот это. Давай орхидею порассматриваем. Орхидея безумно красивый цветок. А тем более этой формы. Спасибо. Вот. Тем более этой формы. Давай подумаем, как ее стилизовать. Какая форма здесь? Я сейчас попробую рисовать здесь рукой. У меня на ноутбуке есть функция. Сейчас, подожди. Функция могу рисовать пальцем. О, все, получается. Так, значит, вот наша орхидея. Ой, все прямо и тут получается. Значит, вот наша орхидея. Тут у нас вот такой вот лепесток. Здесь у нас вот такой. Тебе хорошо видно, да? Здесь у нас идет вот сюда вот так. Сюда вот так. Она тоже у нас симметричная, правда, Маша? Что, Дима? Вот. И у нас, и тут у нас тоже вот такой главный Можешь будет. продолжать? Да. Да. Спасибо. Вот. Смотри, и у нас получается стерилизация. То есть она у нас, во-первых, с этой стороны одинаково, с этой одинаково, и она у нас получается симметричная. Так, дальше что мы делаем? Дальше что мы делаем?
Потом мы заполняем, вот как я тебе говорила, мы заполняем или линиями, вот так вот все. Но это я очень-очень условно тебе говорю. Это я тебе пример даю, чтобы ты понимала, как работать с твоей доской. Вот ты набросала 76 фотографий. У тебя их вот так вот. Ты можешь выбирать любой цветок. И можешь проработать его тоже по-разному, как ты захочешь. Так, дальше. Теперь смотри, конечно, я немножко сейчас запобегу наперед, как бы проанонсирую на будущее, чем мы будем заниматься. Мы будем с тобой также заниматься. Нет, не могу, я как-то странно не получается. Ладно, эту вот орхидею мы потом будем с тобой переносить на фигуру человека. То есть мы в будущем с тобой прорисуем как будто бы фигуру человека, и уже там будем стилизовать. Уже, вот, уже здесь похоже, что это как будто вытянутый цветок, но похоже на фигуру. Согласись, да, что-то есть уже такого плана. Вот, следующий у нас этап будет, мы будем переходить на вот такого плана человечка, на который мы будем одевать наши вот эти вот части или цветка, или же, не знаю, там, архитектуры, или чего-то там только выберешь. То есть это можно потом уже будет переходить на нашего этого человечка. И смотри, вот наш, я нарисовала похожего на человечка силуэт. И вот наш цветок мы можем одеть уже похоже, видно, да, что вроде как какая-то фигура нарисовывается, намечается, фигура человечка. Вот это, в этом и состоит начальный этап самого дизайнерского мышления, чтобы ты научилась мыслить образами. Это непросто, но в то же время для... Знаешь, для кого это тяжело, Маша? Для людей, которые вообще не любят дизайн. То есть они не понимают вообще, что это. Как его вообще, с чем едят, куда его впихнуть. И как мы такие сумасшедшие люди, в хорошем понимании этого слова. Как мы вообще можем такого плана что-то придумывать? Но мы можем. Поэтому я предлагаю сейчас это вот закрыть. Перейти... в твою доску, и я хотела бы задать вопрос по поводу 25 фотографий. Ты их отработала, ну, уже это отложила, да? Да?